Всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Дима, мой ник Brother 2S, это канал, посвященный фарму опыта Fortnite. Я подарю подарок тому, кто напишет самый крутой комментарий под видео, поставит лайк и подпишется на мои соцсети. Каждую субботу я дарю одному счастливчику классный какой-нибудь подарочек из магазина предметов. Плюс, друзья мои, у меня постоянно проходит розыгрыш, у меня постоянно проходят челленджи, поэтому залетайте ко мне в Discord канал, вот ссылочка в виде QR-кода, ознакомьтесь в общем чате, в закрепленных сообщениях со всеми событиями, участвуйте, развлекайтесь. Присоединяйтесь к нашей семье, дружной, кайфовой семье, которая играет в разные игры. Все, сейчас покажу вам карту, которую подготовил для вас сегодня. Очень крутую карту, на которой можно очень круто залутать опыт. Код 22384904407 вводим, нажимаем Enter, нажимаем выбрать и ставим частную игру. После этого нажимаем играть, заходим в магазинчик предметов. Здесь внизу есть поддержка автора, кнопочка. Нажимаешь сюда, вводишь мой код G-UP. Нажимаешь поиск, код фиксируется у тебя в магазике. И с этого момента за все твои покупочки компания Epic Games будет делать небольшое отчисление. Вот такую поддержку ты можешь мне оказать. Тебе гигантское за это человеческое спасибо. Когда на карте заспавнились, друзья, пробегаем чуть-чуть вот сюда вот вперед, на противоположную сторону, к вот этим баннерам. Здесь между ними нужно нам нащупать кнопочку внизу и нажать ее. Вот таким образом. Чпок. Потом сразу вот к этому баннеру подходим, нажимаем «Взаимодействовать» и «Выбрать». И ждем, пока карта загрузится. Смотри, пока карта грузится, я тебе скажу еще одну важную штуку. Есть лимит в творческом режиме на получение опыта порядка 400 тысяч в сутки. Но с этим лимитом какие-то фиговины происходят. Они его то отменяли, потом вернули, но как-то коряво. Поэтому бывает такое, что на одной карте ты можешь и 700 тысяч опыта заработать. Вот, но... Есть еще такой момент, когда ты заходишь на мои карты, которые я записываю, и вдруг ты там знаешь, что у тебя есть лимиты, но не получаешь опыт, значка на карте XP нет, значит карта обновляется, и буквально через пару дней ты получишь при входе в игру вот такое вот уведомление, как сейчас на экране, с сезонным опытом за игру на карте, пока она проходила калибровку. Вот так это называется. То есть в любом случае получишь, не переживай, даже если сейчас тебе не дает, сразу просто продолжай, проходи, может даже наоборот в такие ситуации проходить больше, по 10 раз в день, тогда тебе придет огромным числом, как вот я показал, там по 1 700 000 людям приходило, по 700 тысяч приходило, потому что они несколько раз проходили в эти ситуации карту. Все, смотри, заспавнились, когда здесь на этой карте, подбегаем вот сюда вот к центру, нажимаем здесь кнопочку сверху, это такой маленький бонус просто. Потом смотри, если смотреть на вот эту надпись, то направо поворачиваемся и подбегаем вот к этому плакатику, к углу. Здесь в уголку делаем эмоцию. Потом пробегаем вот сюда, к вот этому баннеру Godfather. И в углу над ним есть кнопочка Secret Location. Нажимаешь эту кнопку и попадаешь вот в такую локацию. Здесь мы с тобой ждем вот этот таймер, чтобы попасть в локацию, где мы будем уже лутать опыт, где уже будем зарабатывать опыт. А пока этот таймер идет, у тебя есть возможность присоединиться к моему Discord-каналу. Еще раз вот ссылочка на экране. Там все есть в закрепленных сообщениях, там есть голосовые, текстовые каналы. И там есть офигенный магазин, где можно надежно, быстро и безопасно задонатить в игру. И буквально на днях будет запущена крутая акция с огромными скидками. Так что не забудь присоединиться и следи за обновлением. И теперь нажимаем под таймером кнопочку Secret Location. Попадаем вот в такую прикольную локацию. Она сразу включается АФК опыт. Забегаем вот сюда по ступенечкам и прыгаем на рельсы. Собираем пирамидки на рельсе. Вниз лучше не падать, потому что динозаврики на вас сагрятся. Но тем не менее, если даже упадете, можно по какой-нибудь из возвышенностей забраться обратно. Доехали когда до конца, берем здесь лавовую пушку и устраняем вот этих вот животных. У нас слева появилось задание устранить 3000 животных. Если вы его выполните, в принципе, вы уже залутаете очень круто опыт. Но это еще не все. Сейчас постреляю по кабанчикам, выполню задание и покажу, что еще можно здесь сделать. Смотрите, друзья, даже я со своим супер ограничением опыта получил уже больше 130 тысяч здесь на кабанчиках, постреляв по ним немного. И вот смотрите, даже сейчас вот у меня 0.44, да, опыта было. За каждый выстрел 450 опыта, примерно там 350 опыта, в зависимости от того, сколько кабанчиков убил, я получаю. Просто офигеть, посмотрите, как круто. Но это еще не все. Вы можете зайти либо вот через эту кнопочку, либо через ту кнопочку в АФК-зону и выполнить еще одно задание, которое у вас слева на экранчике. 160 здесь вот нужно очков собрать. В АФК-зоне давайте попрыгаю и покажу, сколько это принесет мне опыта.
Есть, ребят, короче, закончился у меня, время закончилось здесь, в этой локации. Я собрал все очки. 158 тысяч на данный момент у меня есть. То есть я еще плюсом здесь 26 тысяч, да, 25 тысяч залутал дополнительно. Можно дальше прыгать, потому что дополнительно будут включаться периодически еще небольшие бустики. Вот, можно больше лутать. Но это все при том, что у меня нет никакого усиления к опыту. И у меня очень большое ограничение, потому что на этом аккаунте я только записываю видео, только в творке прохожу карты. Не играю ни в королевскую, ни в нулевую, ни в перезарядку, ни в лего, ни в фестиваль, ни в какие другие режимы. А это для Fortnite очень важно, для вашего буста. Если вы будете играть в разные режимы, если будете разнообразить свою игру, то тогда будет у вас буст намного выше. То есть вы будете больше опыта получать в творческом режиме. Все, друзья мои, давайте вот сейчас 160 тысяч. Я на этом поставлю жирную точку на сегодня на этой карте, потому что мне нужно записать еще несколько других. И всем желаю отличного дня, крутейшего настроения, потрясающих выходных, каникул, у кого что. И, друзья мои, не забываем приходить на стрим, потому что там я провожу розыгрыши регулярно. И там мы проводим очень круто время. Всем пока!